Здравствуйте, меня зовут Илья, и сегодня в рубрике «Энциклопедия A-Markets» я расскажу вам о том, как открыть PAM-счет и сделать первую инвестицию. Для того, чтобы открыть собственный PAM-счет, перейдите в личный кабинет. В разделе «Инвестиции» наведите на строку «Управляющий». Далее нажмите на «Создать стратегию». Здесь вы указываете название стратегии, способ связи инвесторов с вами, описание стратегии и так далее. Также имейте в виду, что размер ваших средств должен быть не менее $300. После того, как вы все заполнили, нажмите на кнопку «Отправить». Заявка на создание нового PAM-счета будет обработана в самое ближайшее время. Для того, чтобы инвестировать, перейдите во вкладку «Инвестиции», «Инвестор». Из рейтинга стратегий выберите ту, которая наиболее подходит вам, и нажмите на кнопку «Инвестировать». В открывшемся окне укажите сумму инвестирования и уровень стоп-лосса. Минимальная сумма инвестирования составляет $100. Далее нажмите на кнопку «Подать заявку». Поздравляем, ваша заявка успешно принята и в течение суток будет обработана.